Ишуа говорит, познай то, или того, или кого, познай стоящее перед лицом твоим, и сокрытое от тебя откроется тебе. Ибо нет ничего тайного, что не будет явным. То есть здесь, как выучи свои уроки, тебе дадут новое задание. То есть вот в этом своем, то есть расти. Как только ты расширишься, и вот этот окружающий тебя свет станет твоим внутренним светом, тогда тебе откроется что-то другое. Ну, как бы из песни, как бы «За горизонтом будет новый горизонт». Это про то, что каждая ситуация – это разговор Бога со мной? Я думаю, это тоже так, да. Каждое твое состояние, не только ну, ситуация, это же не какое-то внешнее, это каждая секунда просто. Поскольку мы помним, что мы дети его Отца Живого, это в нас постоянно звучит, это не факультативно, это постоянно. И он с нами в непрерывном общении. Поэтому, как только мы открываем что-то, это, например, ну как вот, математик, это ведь не человек, который знает математику, это человек, который изучает математику. А тот, который знает, тот может в школе преподавать. Вот математичка в школе, она знает математику. А математик тот, кто ее изучает. И тогда когда ты делаешь новое открытие из того, что видимо, когда ты осознаешь видимое, тебе открывается еще одно. То есть, сделав одну работу, ты получаешь другое задание. Это какой-то бесконечный путь. И нет ничего тайного, что не будет явным. Значит, что наверху нету никаких тайн, вот в, скажем, в системе образования Алекса или Вани, которые не... А это мы тебе никогда не скажем. Нет, то есть до всего можно доучиться. А слово «познай» здесь имеет какой-то глубокий смысл? Ну, это соединить? Имеет в виду тоже. Познай именно соединить с этим, то есть впитай это в себя. Глубже. Сделай это частью себя. Есть ли здесь такая мысль, что... Изучая вот те уроки, которые мне сегодня и сейчас даются, я смогу реализоваться в жизни полностью. Да, ну, то есть не останется ничего нереализованного. Слава, мы к этому подходим потихонечку. То есть, получается, здесь это названо универсальным методом, этот постоянный диалог с Богом, это универсальный метод ко всему в жизни? Да, так можно сказать, да. То есть эта мысль здесь есть, правильно? Да, да, да. То есть это касается, если ты занимался там фигурным катанием или знакомством с построением семейной жизни, чему угодно. То есть да, это универсальный принцип.